мы на одном языке говорим, мыслим одинаково. Юрий Федорович, наше только большущее пожелание – сохраните то, что есть, и приумножайте. Сегодня ТОС и АНАПы стали неотъемлемой частью системы местного самоуправления и являются большими нашими помощниками. Общественники решают большой круг вопросов, занимаются благоустройством подведомственных территорий, уборкой и озеленением улиц, ликвидацией несанкционированных свалок, увеличением зеленых зон, борьбой с незаконным строительством и несанкционированной торговлей и многими другими вопросами. Это действительно большой объем работы, который местная власть может эффективно выполнить лишь при активной поддержке населения. И мы очень благодарны ТОСам за эту поддержку. Итоги конкурса подведут уже завтра на заседании федерального правительства. По словам представителей Минюста, шансы занять одно из призовых мест у анапчан достаточно неплохие. Делегация специально приехала в Анапу, чтобы пообщаться с представителями территориального общественного самоуправления, чтобы увидеть все своими глазами. Понравилось очень чисто, очень опрятный город. В него хочется возвращаться. Здесь отдыхать, проводить время с друзьями, оздоравливаться. Поэтому только самые наилучшие впечатления.